Всех приветствую, сегодня у нас опять будет обзор ролика по Вархаммеру, который называется «Экстерминатус». Только не путайте его с комиксом «Экстерминатус». Вы знаете, Вархаммер сам по себе очень популярен, поэтому у него много фанатов, которые хотели бы примерить на себя костюм Инквизитора, Орка и даже Императора. Проблема лишь в том, что сделать годный косплей сложно. Ладно, когда ты изображаешь гвардейца Кадианца или криговца Комиссара, просто со стартес посложнее. Они намного выше ростом. Не всегда получается сделать костюм тактического десантника, а уж тем более терминатора. Это я все к тому, чтобы вы сильно ролик не обсирали. Все-таки авторы старались, да и главный актер лицом идеально под космодесантника вписывается. Оно у него брутальное. Сейчас давайте ролик посмотрим, а потом перейдем к его обсуждению. Если вы его уже смотрели, то можете переключить на 5.45. Если еще нет, то наслаждайтесь просмотром. In the grim darkness of the far future, there is only war. This planet has been corrupted by chaos forces. They have only one purpose, destroy everything proud and noble, everything mankind hold dear and have fought so long to achieve. After years of training, his body has become a weapon. He is ready for anything. But still, he's surprised when he understands there's still someone worth saving on this planet. His mind is already focusing on his target, a random smuggler, sentenced to death. Springs up and dresses himself for battle. His armor may not be complete, but there's no time left. I'm a simple trader, and I know every judge on this planet. Who are you? You've been caught stealing and smuggling Imperium property. This is rubbish! I declare you sentenced to death. Wait! No! Release him. This man shall meet his fate. He has been found guilty, and the sentence will be carried out. This lesser being is mine. Go away. Now. Take care of him. My lord, thou shalt give in the name of the Emperor, die. Why? I was ordered to make you pay for the exterminatus. And now, you're stuck with me. My lord will be pleased. Die.
as he exits the building. He knows he's failed. Praying his Emperor for his Sal. Sits on your right. And when the sky starts to shine, it's over. Without war, there cannot be victory. Without death, there can be no sacrifice. Because without the Emperor, there is nothing. Ругать ролик за то, что тут не очень красивые костюмы, я не собираюсь. У создателей просто не хватило бюджета. Единственное, к чему хочется придраться, это сюжет. Ролик делали еще в 2012 году. Возможно, еще раньше. В 2011, 2010, а выпустили летом 2016. И за эти 4 года разработки практически ничего не добавили. Сейчас я покажу вам тизер 2012 года, а вы внимательно посмотрите на кадры. Итак, что мы увидели? Да практически все то же самое. То есть в тизере нам показали весь сюжет, как ангел дерется с еретиком. Это знаете, как бывает в трейлерах к фильмам? Сюжет фильма сливают за 2 минуты. То есть все эти кадры, все эти бои, перестрелки на земных пистолетах были отсняты еще до этого, до 2012 года. А следующие 4 они, видимо, делали компьютерную графику. Давайте наконец-то перейдем к сюжету. Он вроде как понятен. Если вкратце, ангел отправляется на планету. На базу еретиков, чтобы остановить очередную ересь. Более подробно. Начинается все с красивой картины. Мы видим полет корабля и характеристики планеты, Данте-4. Планета подверглась порче хаоса и подвержена экстерминатусу. Стоит обратить внимание вот на эти надписи. Middle Age, то есть планета не особо сильно развитая, хотя в 41-м тысячелетии и наш 21 век будет считаться не особо развитым. И вот на эту надпись. Это имперская десятина. Налог, который каждая планета поставляет в виде сырья, солдат, оружия, еды и всего прочего. У них налог на среднем уровне. Дальше мы видим могучую спину. Вот это, кстати, красивый кадр. На нем хорошо показан имплант, черный панцирь и его сенсоры, через которые десантник взаимодействует со своей броней. Вот только голову надо было чуть поменьше сделать, согласитесь. Чтобы было видно, что он реально такой массивный, мускулистый десантник. В общем, придать объем спины и мышц. А то он тут похож на скаута, которому раньше времени черный панцирь вживили. Ему дают задание – спасти контрабандиста. Спасти до того момента, пока начнется экстерминатус и отказни еретиков. Для чего контрабандист понадобился Инквизиции, неизвестно. Какие тайны он знал, тоже неизвестно. Это все мы будем догадывать сами. Останавливаемся вот на этом кадре, внимательно читаем надпись. Четвертая рота, ветеран-сержант. Только там, по-моему, без буквы «А» написано, если мне не кажется. Дальше мы видим наплечник с черепом, на котором написано его имя. Ориас. Уверен, что многие из вас до этого момента читали его имя как Ордас, потому что плохо знакомы с готическим шрифтом. Готический шрифт очень коварен, легко запутаться в таких завитушках, но и в то же время он очень красив. Именно поэтому на наплечниках серых рыцарей, дредноутов, ну и космодесанта используют вот эти вот всякие надписи. Ордомалиус и прочие, потому что это красиво смотрится. На следующем мониторе мы видим образец его брони. МК-7 Император Армор. Для тех, кто не знает, сразу уточню. МК-7 – самый распространенный доспех космодесанта. Помимо Аквиллы, также называется Император или Орел. Шлем у него поврежден, поэтому он его с собой не берет. Главное, обратите внимание на толщину шлема.
Вот поэтому у десантников броня и картонная, ее пробивает все что угодно. Что орочьи пули, что эльдарские сюрикены. Дальше нам показывают мужчину в красном халате, сидящего на своем троне. Либо это кардинал-отступник или извращенный проповедник. В титрах он просто подписан как судья. Судья Гарат. Главное, что он управляет еретиками, и по его приказу совершаются казни. Как оказалось, все это было ловушкой. Видимо, они знали, что ангел придет за этим человеком. Если у вас возникает вопрос, почему десантник пошел туда один? Опять же, потому что экстерминатус. Не хотели рисковать целой ударной группой космодесанта и послали одного, более опытного. Вооружившись весомым оружием, это громовым молотом, и захватив в придачу болтер, наш ангел пошел на миссию. А теперь скажите, какой цвет доспехов вы тут видите? Правильно, черный. Это потому что он черный, вот его и послали на эту миссию. Хотя сначала его хотели сделать зеленым. Вот в окончании ролика, когда начинаются титры, прямо-таки показано, что доспех у него должен был быть зеленого покраса. Я не знаю, как это еще объяснить. Возможно, у них реально не хватило денег на краску, и пришлось оставить некоторые части костюма недокрашенными. Ну, точнее, полностью недокрашенным. Вот 100% в этот монитор смотрели не все. Тут же написано, что он сержант. И потому что он черный, могли подумать, что он капеллан, например. Ну, капеллана-дознавателя ни с кем не перепутаешь. Он член внутреннего круга темных ангелов, на нем еще такая зелено-белая ряса. Также он мог быть из крыла ворона, но их тоже ни с кем не перепутаешь, у них свой знак. И крыло ворона — это вторая рота, а как было показано на мониторе, ветеран Ориас входит в четвертую. Также Ориас может входить в караул смерти, но опять же отсутствуют все знаки и обозначения принадлежности к нему. Ну, раз мы выяснили, что он не принадлежит ни тем, ни тем, значит остается только одно. Нет, не это. Хватило только на грунтовку. Или, как они сами выразились, они не Голливуд. А выразились они так из-за таких вот кадров. Типа люди из обычных пистолетов стали стрелять по десантнику. Понятное дело, что ему ничего не будет, что нет смысла бежать на него в рукопашную. И вот именно из-за этого у многих и подгорело. Боевка тут вообще без комментариев, так что я промолчу. Будет лучше, если вы сами что-нибудь скажете про этот ролик. Больше всего меня улыбнула вот эта вот сцена, где они дрались на кулаках. Я думаю, не нужно объяснять, насколько сильны космодесантники, а они дрались почти на равных. Возможно, это после того, как вот этот вот еретик пробафал себя с помощью крови. Просто перерезав заключенному горло, он становится настолько сильным, что выдерживает удары громового молота. Хороший сюжет строится на кадрах и диалогах. 60% — это красивые кадры, 40% — разговоры, которые поясняют, что происходит. Зритель должен видеть и понимать. По их разговорам мы понимаем лишь, что у судьи был какой-то лорд, который желал ангелу смерти. Вот поднажали бы чуть-чуть создатели, и все стало бы хорошо. Главное, корабли получились отлично, планета получилась отлично. Всего-то нужно было сделать боевку более правдоподобной и поработать над анимациями, если уж не хватало бюджета на прочее снаряжение, такие как болт-пистолеты и стаберы. Кстати, чуть не забыл уточнить. Экстерминатус был проведен с помощью торпеды выжигателя атмосферы. Это такая ракета, которая выжигает всю атмосферу, заставляя поверхность планеты гореть. Просто есть несколько способов уничтожения планеты, начиная с обстрела из лэнс-батарей целым флотом и до более радикального столкновения с Луной. Думаю, что на этом обзор пора заканчивать. Хотелось бы добавить, что это не единственный некомпьютерный ролик Warhammer, в котором участвуют живые люди и в котором используются костюмы Астартес. Другие мне понравились больше, поэтому я решил их оставить на потом. А пока что всем до встречи, комментируйте, оставляйте свое мнение. Как вы оцениваете это? Тоже ли вы считаете такие ролики говном? И как вы вообще относитесь к косплею? Всем до встречи, всем пока.